Сюда! Точно? Да. Ребят, в общем, мы пришли в стоматологическую клинику Stone Dog. Но не просто пришли, а пришли отомстить за всех детей, которые жутко боятся всех стоматологов. И не только детей. Вы же любите ребят стоматологов? Да никто, блин, их не любит вообще. Я лично их просто боюсь. Поэтому мы решили знатно пранкануть главврача. И притащили с собой Гошу. Это дракоша по имени Гоша. Раньше думать, что мы пришли с настоящим пациентом. То есть человек по имени Гоша. Он вообще не догадывается, что мы притащили голову дракона. Я думаю, с такими проблемами он еще не стал. Посмотрите, просто дырки в зубах. Какие они кривые. И вообще, тебя, Гоша, не учили зубы два раза в день чистить? Наверное, их чистят раз в полгода. Да, мне кажется, он вообще никогда не чистил. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы по записи? Да, конечно. Да. Тогда проходите, пожалуйста, в кабинет. Мне нужно обработать руки. Проходите. Да, хорошо. Какой ты с Гошей? Гоша. Ребята. Обалдеть! Тут столько всего вообще, вы посмотрите, тут разные всякие эти зубы какие-то. Это кресло огромное, специальное, стоматологов этих. А ну давай, приведи меня. Так, подождите, мне нужно настроить свет. Так, Светлана. О, Свет, смотри, ты уже кому-то брекеты будут устанавливать. Ник, давай ты, я... Да подожди, я тебе не ковырял ничего. Это что вообще за странная штука? Смотрите, как он... Кресло опускается. Блин, я хочу в нем посидеть. Оно, мне кажется, такое мега удобное. Тут еще, смотрите, какой-то икр... Что это происходит? Я знаю, я какую-то кнопку нажал. А почему ты? Опыты. О, прикольно. Так бы поспать можно. Так, а ну-ка, открывай. Хочу открывать, я боюсь. Ты что делаешь? Да он по самому шипится. Ё-моё, Света. Я сейчас зубы эти большие возьму и буду вас кусать. Понятно тебе? Давай, иди сюда, давай. Тихо, подойдешь? Ты что, как ребенок? Положи их. Ты что, на меня трогаешь? Я кушу тебя, иди сюда. О, а тут что такое? А это что за штучки? Какие-то странные. А что тут еще есть? Тут может порыться. Ребята, тут какие-то всякие странные костюмы, как раз этих врачей, наверное. Ребята, я не знаю, что это, но лучше берегитесь. Подожди, ты включаешь это? Нет, нет. Что это такое? А может она это в белку превращается? Мне кажется, она анализ зубов делает, возможно. Так, что тут еще интересного? Мы полностью кресло это не опробовали. Ник, давай ложись, сейчас будет. Да, оно такое удобное. Не, кстати, меня-то лечить не надо, я просто на нем полежу. А может, его домой теперь забрать? Вот такое удобное. Врач Никита готов. Поднимай. Поднимай. Я не могу никак поднять. Так, фонарик. Какой фонарик? Вы что, мне лечить собрать? Ой, что это? Поднимай, поднимай. А что это такое? Странная штука, она шипит. Она водой поливается. Защита меня! Ты в смысле открывай рот? Открывай рот, мне надо зубы твои. Открывай. Я боюсь. Иначе все зубы вылечу. О, Вика, это тоже водой поливает. Так, это... Сейчас, подожди. Это воздух. Какой воздух? А, это как у людей в черном. Сейчас сотрем тебе память. Не надо мне память стирать. Блин, ты не стер память, ты мне просто водой брызг. Вы посмотрите, я как будто в аквапарке каком-то. Ты что, не трогай? Тогда я буду спокойно полежу, покайфую. О, это хорошо. Посмотрите, какие здесь зубы есть разные. Насколько я знаю, это специальная трубка, она вставляется вот так в рот и... Короче, там воздух есть, давай. В смысле, она очень странно выглядит, да, Света? Да что, блин, ты не хочу, сейчас ты мне что-нибудь с зубами сделаешь. Да еще эти с зубами не сделаю. Как вылезти-то отсюда? Я вот это. Она в машину может превращаться? Возможно. Так, ну что, вы готовы? Да, готова. Отлично. Гоша, так, что за игрушки в кабинете? Забираем. Гоша, а вам на кресло, пожалуйста. А я не Гоша. Ну как Гоша? Вы же записаны, Гоша. Не-не-не, девчонки, скажите, что я не Гоша. Сейчас мы вас вылечим, все зубы будут здоровые. Ну что, Гоша, ты готов? Гоша, может, ты готов? Но я-то нет. Гоша, не переживай, Гоша, все хорошо. Гоша, все будет хорошо, открывай рот. Гоша. Ребята, я не ожидал такой подставы. Итак, Гоша, позвольте осмотреть ваши зубы. Нам нужно будет зафиксировать полость рта. А это обязательно? Конечно. Ну что, Гош, нормально? Не отвлекаемся, Гоша. Нужно смотреть твои зубы. Я не понимаю, у тебя все зубы здоровы. Может, ему там какую-то чистку зубов сделать? Это Гоша, я не Гоша. Как это не Гоша? Это. А кто тогда Гоша? Ну, вот тот.
Я не понял. Ну, как вам объяснить? Это Никита, а Гоша это дракон. Он плохо чистил зубы, у него там дырки, кариес. И зубов некоторых нет. Это стоматология, это не ветеринарный кабинет. Пожалуйста, все на выход. А как же Гоша? Конечно. А мы думали, что вы сможете вылечить Гошу. Никит, бери Гошу и пошли. Дети, нельзя обманывать врачей. Да, пранк не удался. Откуда мы знали, что доктор не поведется, а? Да он вообще какой-то суперсерьезный, блин, обычных шуток не понимает. Слушайте, у меня есть гениальная мысль. Пошли со мной. Покушайте, дети. Куда это он пошел? Я не знаю, Свет, какой у тебя план-то был? Сейчас пойдем в гардероб. А где он? Тут. Проход. Только тихо, тихо. Заходи. Свет, это ты меня трогаешь. Ты что тут так темно, а? А где здесь все включается? Никита, ты гений просто. Так что за план у тебя? Давай, рассказывай. Врач ушел, кабинет свободен, а тут форма висит. Кажется, я понял. Это моя. Это моя. Вот это мое. Ребята, сегодня мы уже прямо сейчас стали стоматологами. Ну, вы можете даже по форме уже определить это. Да. Видно, кто здесь главный, а кто тут так чисто помощнички, медсестры. А кто настоящий стоматолог-хирург? Чего? Заслуженные стоматологи. Вот именно, самые настоящие. Мы стоматологихи, не больше. Чего? Окей, давайте проверим ваши навыки. Покажите, как нужно чистить зубы. Да вот, покажите. Вот челюсть. Серьезно, что ли? Сейчас сотрешь ему. Все зубы пломбы там надо будет ставить. Ребята, так никогда зубы не чистим. Света, ставлю 2. Чего не в школе, Никит? Какой 2? Тогда кол. Давай, Вика, я покажи. Я теперь, как... да? Давай, давай, покажи. Плохо получится, зарплата лишу тебя, нет, да? Ну, вот так же, да, вот так вот. Движение минет. Вот ты так 10 вот. Лет зубы будешь да чистить. Да в смысле? Зато правильно. Неправильно. Слушайте внимательно и учитесь. Ребята, вы тоже. Урок. Берем щетку правой рукой, если левша, то тоже правой. И вот так аккуратненько счищаем налет. Ребят, никогда не повторяйте за Никитой, потому что он показывает неправильно. Для того, чтобы чистить зубы, надо на зубную щетку нанести пасту. Нет, ребята, подошли вот так утром к раковине, челюсть свою открыли. Вначале сверху зубки круговыми, потом вот опа, вот так только. Так. Потом с внутренней, вот так только, вот так. Мы напишем на тебя жалобу и тебя лицензию лишат. Вот именно, так, понял? А вообще клятву Гиппократу давали? А кто это такой? Главный врач. Вот я давал. Так что не учите меня. Ребят, если вы знаете, кто такой Гиппократ, то напишите в комментариях. И нам заодно объясните, кто да. это. Итак, угадываем зубы. Это чьи? Акулы. Насчет акулы не уверена, а вот рыба точно. Акула. Какая акула? Видов-то много. Белая, серая. Обычная. Голубая. То есть ты просто перечисляешь разные виды и думаешь, что угадаешь. Ребят, а как вы думаете, зубы какой акулы это? Бычковый. Тигровый. Неправильно у вас. Ага. Минус балл. Это чьи? Это конь, лошадь. Осел, лошадь. Осел, ну вылитый осел. Ты зачем ты про Никиту так говоришь? Минус балл вам. Верно, посложнее. Это что за узоры-то такие? Это Никита после фастфуда. Ладно. Вообще меня не уважают как главврача. Вы что себе позволяете? Чисто вы этот тест не пройдете. Это вообще-то тюленя-крабоеда. Ой, есть. Это... Вик, ты что свою фотку сюда подложила? Ну ладно, это чьи? Офигел, что ли? Это... Шимпанзе? Это горилла. Какая-нибудь. Вообще-то рыба-паку. А не могли сюда что-нибудь легкое подложить? Да легкое любой дурак знает, а вы настоящими стоматологами станете. А вот это... А это твои зубы после сладкого. Уже не смешно. Давайте я вам лучше дам подсказку. Он живет в Африке, и у него длинная шея. Страус! Жираф! Страус. Света, сама ты страус. Жираф, конечно же. Вот Вика, молодец, будущая стоматология. А ты коронки будешь для обезьян делать. И последнее. Собака. Енот. Кошка. Кошка. Собака. Кошка. Енот. Ну чё? Кошка? Да я же сказала. Я сказала кошка. Я сказала. Никита, считай мне балл. Мне балл. Необучаемая. Так, ребята, первый уровень пройден, а теперь второй уровень. Для этого вам нужно надеть защиту. Ну, я профессионал, она мне не нужна. Зачем? Мы идем в кабинет диагностики. Далеко и знак. Аккуратней там.
Света, запомни, это не парикмахерская. Здесь пудры тебе не сделают, это компьютерный томограф. Ты говоришь со мной, как с маленьким ребенком, как будто бы я не знаю, что это такое. И руками своими давайте тут ничего не трогайте. Да не трогай мы ничего, для чего нужен? Он вот, чтобы твою челюстюшку вот эту 3D сделать, печать. Вот, Вика, сейчас буду на тебе проверять. В смысле, на мне? Очки снимать? А может, не надо их снимать? Вот сюда зубы. Куда сюда зубы? Вот сюда зубы. И бронежилет ей тоже. Какой еще бронежилет? Не переживай, не переживай, это специальный, стоматологический. Он от кариеса защищает. А кариес страшнее всего на свете. Давай, Света, застегивай. Вот, Света, легко обучаем. Уже все понимает. Броник там как одевать. А ну-ка, подойди чуть по росту. А, ниже надо. Вот сюда подбородок. Так. Отлично. Зажали. Поехали. Ну все, только что-то зубов у тебя не видно. Давай, в смысле не видно зубов? В принципе, через 5 минут будет готов снимок. Так быстро? А ты что думала? Здесь профессионалы работают все-таки. А что дальше-то? Дальше продолжаем обучение. Теперь вы допущены до самого главного макета зубов. Рот дядь Федора. Видите? Зубы. Ага. Ну и грязь какая-то, еда, вот он морковку ел. Кариес, короче, неизвестно что. Надо вылечить его. Вылечить? Я думаю, вы уже достаточно профессионалы. Нужно еще и... И зуб ему новый сделать, имплант. Давайте. Давай ты зуб новый, а я ему попробую еду. Постойте, постойте. У вас не так много времени, всего 15 минут. Потом дядь Федор на работу опаздывает. Давайте, давайте. Так, надо посмотреть на другие. О, вот есть макет. Так, видно сразу не профессионал. Вот специально зубоделовка. Вставляем. Оп, и делаем, понятно? Ага. Да я сама справлюсь. Так, у вас там что? Вы че? Это че за лунный кратер? А может ему там пломба нужна? Ну тогда делайте. Делайте, делайте, профессионалы начинающие. Что-то у меня на зуб не очень похоже. Ну, постараемся. А, вот, с этой стороны вообще идеально. Так, вставляем. О, как новенький. Все сделано. Отлично. Ну вот все, дядя Федор будет рад. Ну-ка, ребята, оцените работу по десятибалльной. Так, а как он жевать будет? Ну, пока пломба не вставится на место. Опять зуб выпал. Ну что ж, дядь Федор, завтра придешь к нормальному доктору, а не к ним. Он тебе все сделает. Какой учитель, такие и ученики. А, вот именно. Вы молодцы, первый этап обучения вы прошли достойно. Да, молодцы. Дипломы потом сами себе купите. Этого не слышали? Ага. Теперь нам нужен доброволец. Свет. А вот и доброволец нашелся. Готовы? Молодцы. Так, солнечный луч направляем. Ассистент Виктория в удобное положение. Ага. Так. Уже диета. Ой-о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 й-
А что так низко? Ты бы еще на пол ее положила. Ой-ой-ой-ой. Все, отлично. Продуем рот. У меня со ртом все хорошо. Продувать его не надо. Вы пришли к экспертам все-таки. Продуваем. Открываем. Это же просто воздух, не бойся. В твоих руках я боюсь всего. Все, продули? Продули. Отлично. Брекеты у вас, значит, да? Брекеты. Пора снимать, думаю. Мне в брекетах пока вполне хорошо. У нас самое главное, конечно, что клиент хочет. Так, продувку сделали. Подождите, а салфеточка сейчас, секундочку. Теперь витаминку. Витаминку? Витаминку. Ага. Никит, а что ты в солнечных очках-то? В смысле? От светильной улыбки защищаюсь. А что она такая невкусная? А вот так вот, не надо было жевать ее. Так, ощущение, что вы съели смурфика. Ну, наверное, так и должно быть. Промывочку водой, пожалуйста. Компьютерные данные нужно занести. Съела. А можно мне зеркало? Зеркало, конечно, можно. А сейчас я найду. Телефона нет с собой? Мне нету. Ассистенты вечно они. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что у меня с зубами. Потому что я этого вообще не вижу. Пока что с зубами не очень, но сейчас будет отлично. Синий тебе к лицу свет, слушай. Классные очки. А, да-да-да. Вы совсем умерли? Идите, сядьте. Ну, красиво же. Красиво? Пойдем отсюда. Смирите, ну, рубашку неси. Да какого, где она? Да нету тут такого. Ах, вы докторишки, значит, да? Свет, Свет, подождите, нельзя вставать. Да, не надо, нет, что у меня, да? Да, ты же... Гони, 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 гони. Да.
открыл. Я же просил не заходить в кабинет без моего разрешения. Чуть не спалились. Ничего ж тут здоровая еда такая. О, вы чё там? Тише, тише, еда, еда. У меня в рюкзаке есть нормальная еда. А чё там у тебя не приголодались? Как раз доктор пошел к себе в кабинет. Надо мимо доктора пройти и свалить повыше. Так чё мы ждем? Мы ждем, пока ты замолчишь. Ты уже замолчала, давай быстро светом. Так это чисто на горизонте. Спалились, блин, мы. Так что там насчет нового клиента? А, сестра, ко мне в кабинет быстро. Я занята. Что значит занята? Мне надо кабинет убрать. Вы на работу вообще для чего ходите? Сейчас подойду. Сейчас подойду. Сейчас мы за шваброй сходим. Бежи, быстрее. Ну где там твои еда? Вот он, рюкзак. О, отлично. Погнали куда-нибудь. О, кабинет. Закрывай, закрывай. И свет включи. Вот сейчас нормально поем. В смысле поешь? Подожди, Никит, а нас накормить? Какой вас накормить? Я вот, как там, главврач, должен в первую очередь кушать. Ну ты хотя бы немножечко. Картошечка. Тихо, тут два гамбургера есть. Ну, правильно, я не наедаюсь одним, поэтому мне два. А нам что? Ребят, ну вы видели, какая наглость? Он нам сказал про еду и сам ее отравляет. Я же не сказал, что поделюсь. Я сказал, что у меня наверху есть еда. Вообще-то мы стоматологи. Мы должны подавать пример, как правильно питаться. А ты что ешь? Ну, ребят, вы же никому не скажете правильно. Зато мы скажем. Не понял. А что ты не понял? Мы сейчас пойдем, спустимся к тому врачу и скажем, что мы переоделись во врачей, проникли в его кабинет без спроса, трогали все оборудование. Напоследок скажем, что это была твоя идея. Угу. Моя? Это ты предложила? Да, твоя идея. Ну что, идем? Да ладно, ладно, угощайте, девчонки. А, поздно уже. Пойдем, Вик, пойдем. Это доктор, походу. Как доктор? Прятаться? Так. Я не думала, что стоматологи едят фастфуд. А с чего это? А с чего это вы взяли, что мы едим фастфуд? Ага. Мы тестируем фастфуд. У нас научная работа, да. Исследовательская. Да, проводим исследование, как фастфуд действует на нас. Идеальные зубы. Женщина, сейчас, вот вы у нас совещание. Я же по записи. Подожди, ёлки-палки. Я не настоящий клиент. Так, надо избавиться, надо. Сейчас я избавлюсь. Я тоже сейчас избавлюсь. Ты что делаете? Давайте думайте что-нибудь. Вот ты же главврач, ты решай. И сам её лечи, а мы сейчас избавимся. Ах так, тогда медсестры быстренько все здесь убрали. Все стулья на свои места. Да без проблем. Ребята, давайте соберемся с мыслями и решим, что нам делать. Там настоящий клиент. Мы же можем. Ты помолчите, у нас совещание. Может ты... быть, как-то свалим отсюда? Окно есть. А? В окно? Ты туда не пролезешь. Что в смысле? Это можно попробовать? Соберитесь, мы врачи. Вы слышали, что я... Да какие вы врачи? Помните, чему я вас учил. Ты нас учил, вот в чем проблема. Так, короче, команда, ну-ка собрались. Собрались. Эй, если вы сейчас не откроете, я главному врачу все расскажу. Окно было хорошей идеей. Да, пойдем. Спокойно, мы команда, мы справимся. Мы что-нибудь ей подлечим. Подлечим? Проходите. Здравствуйте, а мы вас заждались. Да разве я буду жаловаться? А зачем вы там закрылись? Мы хотели... Это что такое? Это возмутительно. А вы там закрылись, мы вам открыть не могли просто. Женщина, садитесь. Вот для успокоения вам облачко. Сейчас мы займемся вашим ртом. И вы не будете на нас ругаться. Так. Ну что вы не улыбаетесь, а? Вот так, Колгрома. Ника, давай. Разжирайте. Раз, лоник. Танцуем. Раз, два, три, четыре. После работы вы клоун или стоматолог? Так. Если через 10 минут вы ничего мне не сделаете, вас всех уволят. Секунду. Ребят, короче, тут есть этот расширитель для рта, чтобы она помолчала хотя бы секунду. Ну, должно быть. Я не знаю где, надо что-нибудь делать. Надо найти какие-нибудь протезы, ну такие побелее какие-нибудь. Виниры. Какие виниры, блин? В интернете.
Смотрите, говорят. Я нашла какие-то золотые штуки. Это же грилзы. Чего? Ну, типа накладные для рэперов. Ну, золотые. Как у моей бабушки. Пойдет. Мы уже здесь. Вот эту вашу челюсть посмотрели. В принципе, хорошая. Короче, вот это вам. Держите. Накладные золотые. Да. Что это такое? Мне это не нужно, вы что? Так, я спокойно, женщина. Так, а вы себе идеальные зубы хотите? Хотите. У вас, между прочим, там коронка слетает, пломбу надо заменить. Да. Что, хотите 30 годам без зубов остаться? Да. Короче, да, надеваете просто молча сами вот так ручками и потом загнете металл. Да, вот это вот сверху, а это на зубы. Вот так. А мы сейчас с коллегами на совещании, у нас, понимаете, очень серьезно. Да, даже консилиум там соберем целый. Вот вам еще, забирайте. Вот тут, если что, это если пар, а если что, промыть. Вот, ну вы поняли. И зубная щетка в подарок. Да. Все, мы пойдем, до свидания. Мы сейчас придем, да. Секунду. Да, еще два клиента сегодня. Угу. Какой кабинет у меня сейчас будет? Она уже ждет? Да, мне нужен будет ассистент. Да, я схожу. Угу. Сестра, пойдемте со мной, надо будет ассистировать. Быстрее, сестра, пойдемте. Так. Что у нас здесь? Пойдем быстрее. Мы с тобой вернемся. Побежим, давай. Так, здравствуйте. Что у нас здесь? Что это? Что с вами? Что у вас на зубах? Сестра, срочно берите скалер, надо это снимать. Сестра, скалер, вы что берете? Вы какой день работаете? Вы не знаете, как выглядит скалер? Секунду. Я вообще не знаю, что такое скалер, и что он вообще от меня хочет. Сестра, ну что вы там возитесь? У нас клиент ждет. Вот где у... Сестра, скалер, не зубная щетка. Ну, пожалуйста. Все, забываем про скалер, запускайте эндомотор. Сестра, вы что делаете? Что вы сделали с клиенткой? Вы что сделали? Мы потеряли клиента. Вы вообще знаете, что такое быть стоматологом? Пойдемте, будете писать объяснительную. Это недопустимо. Что стоим? Вы вообще понимаете, что это священная профессия? Мы учимся по 15 лет. Каждый день ходим для того, чтобы помогать людям. А вы меня разочаровали. Вы оскорбили само понятие доктора. Это совершенно недопустимо. Мне кажется, вам нужно подумать над тем, чтобы сменить профессию. Сестра? Сестра, что здесь вообще происходит? Какой странный день. Ушел. Как можно тише? Хорошо, давай быстрее. Ну, погнали! Погнали! Подожди, Гоша! Гоша! Самое главное, быстрее! Гошу! Вика, помоги ей! Да я сама справлюсь! Все взяла! Аккуратно его несем. Не, ну, кстати, здорово мы вообще сегодня потусили, да? Ты не наверное, и врачами стали, и этот доктор вообще... И сколько опыта у нас нового? Да, опыта, и доктор этого бранканули вообще классно! Какой-то вообще глупый! И даже не понял нифига! Ага! Я узнал вас! Франкеры! Стоматология вам этого не простит!